Жена Павла Мамаева заставила поволноваться всех неравнодушных. Алана Мамаева перестала выходить на связь. Поэтому ее друзья вызвали к ней домой спасателей. Те, приехав на адрес, вскрыли замки и обнаружили 33-летнюю женщину без сознания. Супругу футболиста срочно увезли в НИИ имени Склифосовского. Алана Мамаева находится в токсикологическом отделении. До сих пор доподлинно неизвестно, что же стало причиной тяжелого состояния жены Павла Мамаева. Не так давно она пришла в себя и написала в блоге: «Я не очень хорошо себя чувствую. Поступающие новости приводят меня в шок. В себя пришла я только сегодня». Несколько дней назад Алана огорошила подписчиков новостью о новых загулах футболиста, который сейчас тренируется на сборах в Испании. «Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все». Обманутая жена спортсмена заявила, что он изменяет ей с женщиной по имени Ирен. И даже опубликовала фотографию необыкновенно красивой любовницы Павла. И ее номер телефона. В ответ возмущенная Ирен заявила, что не намерена оставлять безнаказанным поведение Мамаевой. Девушка объявила: «Учитывая последние комментарии, фотографии и личные угрозы, которые были опубликованы в соцсетях Аланы Мамаевой, я бы хотела проинформировать вас, что это дело изучают мои адвокаты, чтобы подать соответствующий судебный иск».